Здравствуйте, подписчики, здравствуйте, зрители. С вами Антон, и мы продолжаем проходить легендарный Resident Evil Zero. В предыдущей серии я отправил Билли подарочек. Ты его примешь? Да, конечно. Ну, ладно. Шутки в сторону. Давайте используем эту мерзкую пиявку по назначению. Потому как именно это сделать и надо. Хочу вас оповестить, я переигрываю этот момент уже второй раз, потому что эмулятор по своей прихоти взял и завис на ключевом моменте. Причем завис не только эмулятор, завис и запись вместе с эмулятором. Это отвратительно. Я заранее вас предупрежу, где будет место с зависанием, мне придется на этот момент отключить запись. Потому что мало ли, записывающая программа тоже может быть причастна к конфликту. И не хочется, чтобы это было. Чтобы повторялся, тем более, очередной. Так. Вот это, который справа от меня лежит, он живой. То есть на него я патрон тратить не буду. Обойдется. Я уже отмечал в прошлый раз, когда записывал, что трупы здесь прорисованы очень реалистично. И это плюс, учитывая то, что игра достаточно старая. Вы не смотрите, что в главном меню написано 2008 год. Это просто порт на Wii. А так, игра изначально вышла на GameCube, имела такую же графику абсолютно. Так что это достижение в своем роде. Сейчас нам нужно вот это вот ведерко использовать в той комнате, где был аквариум с газом. Именно туда нужно идти. Да, вот сюда. К большому счастью, я не особо много потратил времени. Блин, ну твою-то, ты собака. Пошел. Хоть какая-то польза от модифицированного пистолета. Не обращать внимания, я просто очень злой сейчас из-за того, что приходится переигрывать второй раз одно и то же. Это нереально бесит и раздражает. Так, сейчас я, скорее всего, прерву запись и включу ее, когда проглючит. Вот здесь вот у нас дверка, и я прерву запись. Я попал в эту дверь. На всякий случай запись я прервал, чтобы никаких... Замечательно. Валим. Пошли. Чёрта. Так, что это такое? Да блин. Ага, вот все. Мы, оказывается, пришли сюда. О, да. Ох. Да что это, вы чё? Ну, вон. Ох. Снова запись я прорвал от греха подальше. Чтобы потом не рыдать и не переигрывать снова. Ну, конечно, эти хантеры для моего пистолетика абсолютно бесполезны. Поэтому пришлось от них драпать. Да и вообще смысл тратить патроны, когда мне в эту комнату возвращаться не придется. Ребекка, принимай подарочек. Сейчас чувствую, будет еще одна дебильная головоломка. На этот раз мы будем играть уже Сэма Фишера. Прежде давайте сохранимся, чтобы уже потом заново не испытывать эти негативные эмоции.
и выбросим ленту. А то у нас места свободного и так не хватает. Сейчас будем фигней заниматься. Называется «Покрути меня в нужную сторону». Ну, наверное, сначала нужно до этого сейфа вообще дойти, верно? Стоп. А где вообще этот сейф находится? Можете мне напомнить? Я уж забыл. Запамятовал. Может, здесь? А, ну все, понял. Да. Ну вот и хорошо. Нет, я сейчас буду читать записки, и потом уже, когда решу головоломку, включу запись снова. Я разблокировал дверь. Продолжаем. Это на самом деле было не так уж и сложно. Банально даже. А я-то думал, будет что-нибудь заумное. We can get out of this play. Good, wait there. I'm coming. Roger. The sooner we get out of here, the better. Out. Так. Похоже, мы попали в какой-то ангар своеобразный, да? С поездом. Давайте осмотримся, потому что Ребекка убежала очень быстро. Но, к сожалению, здесь нет ничего полезного, что можно было бы использовать. Давайте тогда пробежимся. О, тут рубильник какой-то есть. Ну, конечно же, его надо повернуть. Посмотреть, что это будет. А, все. Теперь ясно, понятно. Проверим, что это там так призывно блестит. Тоже такая штучка, похоже, вот, вот это. Может, совместить надо? Нет. Смотрите-ка. Угу. Ну все, били тогда. Давай поспешим. Так, я уже забыл, куда мне надо идти. Ну да, вот сюда. Все правильно, все верно. Все в порядке вещей. Слава богу, мы отсюда почти ушли. Это отвратительное место. Ужасное просто. Вот, по-моему, здесь. Кстати, поезд тоже поразительно напоминает вагончик из Резидента. Второго. А, тут же у нас пишущая лента, по-моему, лежит, да? Да. Давайте же сохранимся в таком случае. Мало ли что будет. Это я помню во второй части, там босс вылез. Надеюсь, здесь такого не будет. По крайней мере, хочется на это надеяться. А там уже неизвестно, как карта ляжет. Кстати, прикольно сделали перемещение вот это. Уникальное даже в каком-то роде. Ребекка, ты меня ждешь? Let's go. Нет энергии, пишет. Ну супер, ну замечательно. Тогда что нам остается делать? Кто-нибудь мне объяснит? Или это уже... Только не это. Опять. Гарпун. Ой, мне плохо уже от этого. Ладно. Прерываем запись. Продолжаем запись. И используем гарпун по назначению. Знаете, как мне выкинуть охоту уже? Уничтожить, чтобы больше не пользоваться им.
Вообще. Опа. Понятно, понятно. Давайте мы, знаете, что сделаем? Возьмем и выкинем это говно. Вот так вот. И откроем комнатку для Ребекки. Да не, не для тебя. Горилла безобразная. Ребекка, давай, милая, пошли. Не туда немножко. Да и не сюда. Ой, господи. Я надеюсь, что это я уже в втором диске нахожусь. Просто в Wii-версии только один диск всего, в отличие от двух на GameCube. Хочется верить, что конец близок. То я уж, честно говоря, замучился. Очень. Так. Сразу давайте пополним запас патрон. Сколько у нас их теперь? Ну, хорошо, вот так, ничего так. Ну, давайте запихнем все оставшиеся предметы. Да я понял, еще что-то не хватает. Конечно же, вот этой вот детальки. Иначе нельзя. Сейчас будем играть машиниста. Чух-чух. Но тут уже работает для двоих, походу, да? Не? А, или это просто так загорелось для галочки. Я просто не хочу сюда снова возвращаться. Но вроде все нормально. Поскорее бы уже свалить отсюда. Без возвращения. Ну, за лентой запишешь, я не пойду в комнату к той твари. Меня даже хвостом не заставите. Ой. На самом деле будет очень предсказуемо, если вот эта гнида вылезет какая-нибудь, пока поезд будет ехать. Потому что во второй части и уже... На, называется помяни. Блин. Валим. Еще раз. Ух ты, блин. Блин. Супер. Так, пошли за травой сразу. О, ха, мерзость какая. Блевотная. О. Билли все слился, походу, да? Вместе с ним улучшенный пистолет улетел. И ракетница моя тоже. Супер, правда? Расклад просто радует. Замечательный. Игра веселее и веселее становится. Смеемся же вместе. Называется. Но, наверное, нам нужно как раз в этот самый поезд заходить, да? Или я неправильно все понял? На Билли я переключиться не могу, что неудивительно. Вместе с приматом улетел. Супер. Опять, что ли, энергию надо включать? Да нет, все включено. А что не так тогда? Объясните, пожалуйста, на милость. Потому что я, ну, никак не могу понять. Где я допустил промах? Может, опять тут какой-то тумблер надо включить? Как думаете? Мне кажется, что именно так. Ну, да, тут опять все выдернуто. Пиявки, видите, какие умные, выдернули специально, чтобы мы не уехали.
Мы уже едем куда-нибудь отсюда или нет? Мне уже даже все равно сбили, без Билли. Главное уехать. Но он, если что, погиб как герой. Поэтому. Все равно бы его казнили. Какая разница? Что его расстреляют, что его приматор взорвет на части. Все равно исход один. Продолжаем. Запись заглючила, мне пришлось все заново переигрывать. Я с этим уродцем уже в перепалку вступать не стал. Просто свалим и все. Ой, Билли, Билли. Не вовремя ты слился, брателло. Давайте мы, знаете, что сделаем? Выкинем ленту эту нафиг. Штуку от нее. И возьмем, собственно говоря, магнум. Наконец-таки. У нас появилось замечательное оружие. Билли такой с темноты. Нет! Не оставляй меня! Ну, увы, поздно. Ну, так, смотрите, какая у нас есть альтернатива. Все-таки давайте возьмем ленту, нафиг, пускай будет. Мало ли. Кстати, мне хочется одну штуку проверить. Получится ли у нас уехать обратно? Ой, не, не хочу. Значит, получится. Сюда мы не можем пройти, значит, вот сюда. Но магнум, конечно... Царский подарок, на самом деле. Давай, пишущая машинка. Я только на тебя надеюсь. Блин, вот очень напоминает... Резидента из второй части. Не знаю, почему тут такие ассоциации. Давайте посмотрим карту. Но задняя дверь у нас все равно закрыта, так что... Без вариантов. Ну, похоже, здесь есть сейф-рум. Там еще окошечки такие. Двойные. Так. Все, все. Помните, да? Теперь понятно, почему похоже. Здесь электричка должна быть. Но ее нету. Здесь будет сейф-рум. Если я не ошибаюсь. Да, да. Сколько лет, ребята? Сколько зим? Пасхалка, пасхалка. Как же рад я ее встретить. Наверное, вы тоже. Мы, кажется, попали с вами, я бы так назвал, в ангар, ведущий к поездам, которые, в свою очередь, ведут к лаборатории Umbrella. То есть это все было во второй части. И это потрясающе. Я очень доволен и счастлив, что разработчики не забыли об этом, обо всем. И это прекрасно, по-моему. Вот. Очень хочется побывать там и услышать знакомые мелодии, которых так давно не хватало. Ну, как давно? Я бы не сказал, что очень уж давно. Но, тем не менее, не хватало. И сейчас с удовольствием мы будем изучать данную местность повторно. Наверное, где-то здесь есть что-то полезное. Я в этом уверен. Ну да. Скорее всего, мы запустим поезд. Или будем спускаться... ножками. Как-то так. Заметьте, я играю не очень медленно, но и не очень торопливо. Чтобы и вам было спокойно. Точнее, приятно. Или спокойно. Нет, чтобы спокойно было мне. Так, это что у нас такое? Угу, это ключик, да? Я даже представляю себе,
для чего он подходит. Конечно, я, наверное, зря птичку сожрал, можно было просто ее выбросить. Ну да ладно. Все, что мне делается, все к лучшему. Гигантский гуманоид. Это, кажется, тиран? Вот. Ну ладно, это я уже... Ой. Видели? Первая смерть за всю игру. Давайте прерву записи, буду кумекать. Нам нужно пойти и вставить ключ в комнату управления. Она же по совместительству сейф рум. А я все бегал, не понимал, куда нужно идти. Казалось, что сюда. Главное сразу эту панель найти. И применять по назначению. Понятно? Все. Я сюда не забегал. Узнаете? О, да. Теперь мы сохранимся. Или нет, не сохранимся. Так, пошли. Только хардкор. Надеюсь, что тут что-нибудь хорошее будет. Или хотя бы ностальгия. Да. Сразу Резидент второй вспоминается. Обошлось без боссов. Непредвиденных. Это хорошо. Блин, такая ностальгия. Хоть не так давно играл, но все равно обалденно просто. Чувствуешь себя молодым. Не работает. Ну, хотя бы мы знаем большую часть. Что тут, да как. Тут у нас сейф-рум. Написано security. Ага, вот тебе и сейф рум. Не стреляй. Ты жив? Ты в порядке? Где все? Я их тоже ищу. Ты их не видела? If we go straight from here, we should arrive at an old mansion, which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca... All right. Just be careful. I never saw him again. Вот какой расклад у нас. Она встретила своего коллегу. Но этот коллега ей четко пояснил, что он не верит в невиновность нашего Билли и готов его довести до расстрела. Как и было положено ранее. Так, стоп. Тут же говорилось, ключ от лифта. А почему тогда он не подходит?
Ну окей. Ладно. Возможно, это от другого лифта, да? То есть, как бы можно понять. И не отсюда. Честно говоря, даже неизвестно, жив ли Билли или нет. В чем прикол? Неужели нужно здесь что-то клацнуть? Ну да, скорее всего. Ключик-то знакомый, однако ж. Нет. Супер. Тогда хороший вопрос. Что надо делать? А, вот написано, девайс требует ключ, да? О, прекрасно. Рифт говорит активирован. Блин, я так и думал. Ой-ой-ой. Ой, ой, какая страшила. Фу, мерзость. Трындец лифту. И как его валить? Только из магнума. Бежать, наверное, надо. Нет, блин. Ну, так, два выстрела из дробовика. Давайте два выстрела из магнума. Два выстрела из дробовика. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, вставай, 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 вставай. Быстренько. Магнум. Давай, иди сюда. Такое же отвращение вызывает, как Немезис. Ой. Редкостная дрянь. Прекрасно, мы на третьем этаже. Значит, есть этаж пониже. Давайте на самый верхний уедем. Там все-таки был целый коридор, неисследованный. Хорошо, что мы магнум не очень потратили. Опа. Место, конечно, знакомо выглядит. Или стоп. Неужели? Это ж... Ой, блин, мы же с самого начала пришли. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, уходим отсюда. Хотя бы теперь понятно, что да как. Но, честно говоря, такого поворота событий не ожидал. Тогда, раз мы сейчас на первом, нужно на второй. Я, конечно, может, еще пожалею об этом. Ну да ладно. Это что за... Не нравится мне этот звук. Ой, как не нравится.
Я чуть не поднасрал. Это могло стоить Ребекке жизни. Блин, опасно, опасно. Сколько у нас слотов? Знаете, как мы сделаем? Давайте травку смешаем. Одну и вторую. И полечимся, а то у нас состояние, мягко говоря, не ахти. Нужно этого не допустить. Ой, не то. Вот теперь все окей. Готово дать отпор любой нечисти. Вы открыли дверь. Таким образом, у нас остается для исследования только четвертый этаж и все. Не говоря уже про Билли. Куда он подевался вообще, совсем непонятно. Я не могу поверить, что его просто так взяли и вычеркнули из игры. Настолько быстро, что даже некоторые из нас не заметили этого, возможно. Ну, прекрасно. Не хватает только вот здесь вот музыки, конечно. Вот и все, собственно говоря. Мы столкнулись с протоверсией Тирана под кодовым номером 001. Это, скажем так, фактически бета-версия, если переводить на компьютерный язык, этого монстра. То есть не особо страшная, не особо мощная, очень медлительная. Но все равно у него очень большой запас жизней, и я его гасил исключительно дробовиком и магнумом. Вы это, наверное, помните. Это было достаточно легко сделать, но понимаете, да, присутствие такого вот мутанта очень сильно давит на нервы, и хочется побыстрее от него отделаться. К сожалению, потратил я достаточно патронов драгоценных, но у нас еще есть 24, 4 в обойме, поэтому продержимся какое-то время. И, наконец-то, двинемся на четвертый уровень. Что-то я так и не пойму, кто этот педик. Вообще он очень похож на Джастина Бибера. Такая же морда, бабская. И голосок в пору. Измучили они Билли, его уже, не знаю, сносят в кучу шлака после того, как на него напал примат. Замечательно, то его хотят казнить, то его примат уносит с собой, то его уносит с собой вонючий смердящий поток. Даже не разобрать. Одним словом, ужасы происходят, ужасы. Ладненько, что мы будем делать сейчас, на данном этапе? Можно пойти в лифт. А, он не работает. Нет энергии. Сколько раз уже во всех резидентах слышал это, что нет энергии там, нет энергии тут. А вот это, похоже, что-то интересное, да? Понятно. Загадочка, да? Давайте-то нам мы сохранимся, потому что это самый актуальный вариант, чтобы потом просто так не бегать туда-сюда. Нужно прогресс закрепить. Вообще, я, наверное, буду загадку вот эту вот решать, потому что для записи это не совсем хорошо. Поэтому я ее прерву и включу уже, когда будет все готово.
Ну, в принципе, вот загадочка фактически решена. Мы включили очистное сооружение, если кто не знал. Ой-ой-ой, сколько тут много всего. Жесть. Ну, ладненько, я с собой аптечечку успел захватить, поэтому она у меня на всякий случай пускай будет. Правильно ведь? И погнали. Надеюсь, там ничего опасного не будет, потому что мне не хотелось бы тратить драгоценные патроны, особенно на хантеров. Ну, тут зомби. Уже слышно. Ну и чё это? Чё ты не хочешь падать? Рискую я, рискую. Пытаюсь поставить им хэд. Я рабочего только что убил. Пошёл! Падла. Ой. Значит, лучше выкинем спрей на время и возьмем траву. Пускай будет. Сожрать надо. Потому как это не дело. Ходить по коцанам. Не в наших это интересах, согласитесь. Шкафчик, кстати, доступен для исследования? Нет? Не, недоступен. Но пока что никаких разветвлений особо нету. Все достаточно прямолинейно. Все, бежим, 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 бежим. Так, эта дверь закрыта. Все. С этим говном лучше вообще не ступать в перепалку. Себе дороже. Я уже это понял. Вот видите, не зря я пробежался. Хедшот. Мне так нравится, когда их не головы разлетаются на части. Это успокаивает. А это у нас комната, похоже, закрытая, да? Очень похоже, кстати, на ту, где было пианино, вон. Пинбол. Он сломан, говорит Ребекка. Знаешь, я не удивлен, что он сломан. А я-то думал, здесь просто ничего не будет, а здесь, оказывается, лестница есть еще. Ну, ладненько, ладненько. Честно говоря, я больше ждал лабораторий, а вместо этого нам подсовывают какую-то канализацию вонючую. Это определенно мне не нравится. И вам, я думаю, тоже. Я уж себе представляю, куда этот вентиль нужно применять. Опять нужно входить в комнату с этой дрянью. Знакомая, кстати, загадочка во второй части. Все так много по второй части говорю, но такой во второй части она тоже была. Как вы помните. Ладненько, ладненько. Значит, мы сюда еще вернемся чуть попозже просто. Видимо, еще не время. Ой, блин, опять эти... Не знаю, как назвать, слизняки. Их очень много тут. Отвратительно. Представлю себе вот эту мерзкую слизь. Тянущуюся, влажную, холодную. Где я? Ты в безопасности. Ты в порядке? Что это они увидели? What could have done this?
Что это говорит за место? Billy? Билли, похоже, заражен, да? Давно мы тебя не видели, Билли. С возвращением. В строй. Ой, сколько трупов тут. Может, это какая-то берлога для вот этой вот макаки поганой. Вопрос хороший, откуда мы пришли? Ну, разницы никакой нет, потому что, смотрите. Закрыто с другой стороны. Ну и все. Путь только... Стоп. А лестницу можно использовать? Нет, похоже, нельзя. Ладно, второй ствол нам не помешает. В любом случае. А, кстати, вот сюда можно пойти? Нет, нельзя. Вот теперь можно двинуться в сторону... подъемника и уже вдвоем похимичить. Я уверен, что из этого что-нибудь получится интересное. Кстати, вот, вот тут много огоньков, вот какие-нибудь кнопочки есть любопытные нажать? Похоже, нет, да? Надо все сделать за один заход, только так и никак иначе. Смотрите, как вариант, знаете, что можно сделать? Взять вот это вот говно. Вот так вот поставить. Потом далее мы поворачиваем вот эту вот гребенку таким образом, чтобы она открылась. Мы могли передвигать ящики свободно. Все. Смотрите, что я хочу сделать. Потом далее. Вот с этим ящиком нужно отдельно все сделать. Вот так вот. О! Отлично. И вот так. Оп. Ну и остался только последний ящик. Дело, конечно, это не быстрое. Далее. Погнали. Это сбросим. Пускай валяется. Ну вот и все. Долгожданный вентиль. Кстати. Его нужно применять в той комнате, где та тварь находится. Помните, от которой я смылся? Погнали. Сейчас нам еще попутно... Ой, прошу прощения. Попутно нужно будет с подъемником разобраться. Тоже пазл для двоих. Так. Все, Билли. Дальше ты у нас действуешь. Нужно еще найти только где этот подъемник включать. О, а. Пожалуйста, вставьте батарею. А батареи-то у нас нифига и нету. Тогда сюда бесполезно идти. На данном этапе. Все.
Идем тогда вставлять вентиль. Больше у нас никаких вариантов и нету. Надеюсь, его явно вставлять негде. Так. Okay. Пускай Билли тут останется, чтобы он не мешался там. По-быстренькому попробую вентиль применить. Ой-ой-ой-ой. Блин, вентиль у Билли остался. Ну да, там сразу видно, что вставлять нужен именно вентиль. И ничего другое. Ну? Твою-то, падла. Ты не зажигалку. Сейчас мы еще выберем Ребекку, и Ребекка пробежим в эту комнату. Ой, что это за звуки? Да, у нас пистолет, конечно, стреляет. Быстро очень. Кстати, голый зомби напоминает зомби из третьего Резидента. Как же вас много, урода. Обалдеть. А вообще тут большая территория? Ну, как сказать, приличная. Бегу мимо патронов, не беру их. Что за фигня? Нам нужно перелезть на ту сторону, наверное, да? Или нет? Нет, вот же лестница, чё я туплю. И тут еще дверка. Но, наверное, лучше всего нам будет перебраться на данном этапе наверх, посмотреть, что там интересного. А вот что полезного подберем. Похоже, они и тут еще. Второй рапорт чей-то. Но все равно мы ничего из этого не понимаем. По крайней мере, я. Готов? Мы сюда, походу, только ради рапорта лезли. А травы у нас есть какие-нибудь? Вообще никаких нету. Давайте тогда возьмем одну красненькую, одну зелененькую, смешаем их. И пойдем дальше. Потому как не дело, совсем не дело ходить без лечилки. К тому же нас уже один раз хорошо ударили. Блин, я забыл, что Билли, что ты идиот. Ты можешь только пушку держать в руках. И маленького друга. Кошмар называется. Самый натуральный кошмар. Билли, хватит тупить. Надеюсь, тут не будет загадок для двоих. Давайте зарядим по-быстренькому. Как видите, вариант-то неплохой. Нехило разобрался, да? Два ханта с пистолета положил.
При том, что у нас состояние fine до сих пор. Мастерство. Ну это, конечно, еще заслуга пистолета модифицированного в какой-то степени. Ух ты, блин, сколько патрон тут. Ну, Билли, что ты делаешь, блин, бери патроны. На трупа смотришь. А комната чем-то мне напоминает казарму из кода Вероника. Там такие есть. А, пожалуй, знаете, что мы... Вот так вот все хитро-мудро сделали. Сейчас, наверное, самый лучший вариант будет это сохраниться и закрепить прогресс, потому как мы уже достаточно далеко дошли и многое сделали. Вообще, всем спасибо за внимание, ставьте пальцы вверх, надеюсь, вам понравилось, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание. Тьфу, всем спасибо за внимание, пока!